Мы купили у многодетной мамочки с тремя детьми. То есть ей это было неподъемно, она решила его продать. Вот мы купили в 2015 году, и с тех пор мы строимся и воюем, добиваемся. Свет в этом году дали, свет подвели вот почему-то сзади, правда, ну ладно, уже это не важно. Теперь нам надо освещение улицы и воду, ну хотя бы трассу до участков, скажем так, а уже к домам мы, соответственно, конечно, они согласны сами все это сделать, а вот до участков это их обязанность городская. То есть, если выдавались участки многодетным, получается, должны были подвести всю инфраструктуру, и свет, и воду, и дороги. Дороги, вот видите, да, как вот у нас делают, кучу вывалили. Вывалили, и до сих пор все лежит у нас. Уже теперь замерзло, не знаю, чем будут они, ну, куда тут разравнивать. Уже не знаем, куда нам. Депутат у вас, я так понимаю, депутат Лилия. Чернышенко у нас по округу нашему. Ну, сейчас мы ее не видим и не слышим, никто она сюда не приезжает. Сюда. Перед выборами приезжала сюда, я лично с ней разговаривал. Она пообещала и дорогу пообещала, и с водой разобраться пообещала. Ну, и забыли про нас. Все вот перед выборами, как мы были, и больше мы ее не видели. В мае проходила в СМИ информация, что деньги выделились на водоснабжение, на дорогу. Федеральный бюджет выделил. На Зеленые горки воду сделали. А до нас как бы так вот не дошел. Хотя официально было заявлено, что вот Зеленая горка и улица Совхозная вот на эти участки должны были подвести. В газете была вот эта вот до осени должны были подвести воду. Ну, вот. Как-то вот никак не довели. Подъезжал я специально к рабочим, с мастером встречался, он говорит, по поводу вашей улицы вообще никаких данных у нас, говорит, нету. Здесь вот мы, говорит, заканчиваем на Зеленой горке, и на этом, говорит, все. Все вопросы в администрацию. Колонки вот Сомской поубирали. Улицы. Да. Колонки Сомской. Же убирают, сейчас администрация они нам предложила подключиться самим к воде, это на Иркутской улице. Вот представляете, так сколько мы должны копать от Иркутской сюда и по улицам, это сколько денег мы должны перерыть улицы, всем потом восстановить въезды, тут, извините, и все дома продать надо, чтобы только воду провести. Ну это просто нереально, мы же не миллионеры, у нас только финансов нету.